Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». В этот раз мы с вами не просто встречаем выходные, мы встречаем долгожданное лето. Давайте проведем первые выходные июня насыщенно и интересно и зададим настроение на весь сезон. Как это сделать, я расскажу прямо сейчас. На этой неделе в Самаре произошло долгожданное событие. Открылся филиал Третьяковской галереи «Фабрики кухни». До 1 июня включительно для горожан будет работать спецпрограмма «Знакомство с Третьяковкой», где вы можете посетить выставку «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве», записаться на экскурсию, послушать лекции, посмотреть кино о фабрике кухни и познакомиться с современными художниками. Билеты можно приобрести на официальном сайте музея. Не пропустите! 1 июня, в День защиты детей, самарцев приглашают на праздничную программу в музее Эльдара Рязанова. С 10 до 18.00 юные горожане смогут бесплатно посетить основную экспозицию музея. В 13.30 в сквере Рязанова начнется показ фильма «После дождичка в четверг». Также в 13.30 в пространстве музея пройдет мастер-класс. На занятии дети смогут создать открытку в технике штампинг и нарисуют картинки на тему кино. Кроме того, в этот день все желающие смогут посмотреть фильмы для детей Ролана Быкова «Айболит 66» в 15.00 и «Внимание, черепаха» в 17.00. Вход на мероприятие свободный, без предварительной записи. В субботу в этнопарке «Дружбы народов» состоится программа «Одуванчик Фест». Гостей парка ожидает работа нескольких полянок. Полянка игровая, подвижные и интерактивные игры для всей семьи на лужайке. Полянка вкусная, чайные церемонии, секреты приготовления блюд из одуванчиков, салаты, варенье и другие. На творческой полянке вас ждут мастер-классы, плетение венков, поделки одуванчик-сарафанчик и бабочка на цветке, роспись по дереву, аппликация букет цветов, брошка-одуванчик. Начало программы в 10.00. Каждое воскресенье в 16.00 в заварке проходит обзор на экскурсии по дому Маштакова. Всех желающих приглашают посетить один из лучших образцов деревянного зодчества Старой Самары, построенный в 1900 году по проекту архитектора Александра Щербачева. Изюминкой дома являются уникальные сохранившиеся элементы дома – печи, потолок, двери, кусочки обоев и штукатурка. Вы пройдетесь по залам, узнаете историю строительства дома и его первого хозяина Михаила Дементьевича Маштакова. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.